Всем привет! Решил с вами поговорить, пока есть много времени. Ну, как обычно, красненькая, традиционная. Сегодня 8 августа, город Москва. Я приехал вот со Смоленщины, с города Рославля. Если кто не знает, я сейчас проживаю пока там. Но лечение прохожу в Москве. Спасибо всем, кто реагирует на мои посты и на мои видео. Моим старым подписчикам, новеньким привет. Ребят, подписывайтесь, ставьте там лайки, колокольчики, как это все традиционно об этом говорят. Я тоже вынужден это сказать. Ну, уже сказал. Так что приветствую всех новых, приветствую всех моих старых подписчиков. Очень рад, что вы у меня есть. И благодарен вам за это. Множество тем во мне накипает. Но прежде всего ознакомлю, попробую ознакомить вас еще раз. Значит, у меня саркома, саркома мягких тканей. Я вам показывал, то есть все эти процессы. Процессы моего лечения, становления, то есть вот сейчас вот уже 6-я химиотерапия. Пока, но я надеюсь, что это крайняя будет химиотерапия. Вот, значит, процесс выздоровления зависит у меня, как я уже сказал, как только на моем теле, то есть я перестану быть похожим на мухомор, как только на моем теле пропадут красные все эти пятна, поражения саркома и так далее, я буду считать, что у меня идет процесс выздоровления. Пока говорить что-то рано. Я думаю и хочу надеяться, что у меня не будет там каких-то дальнейшего продолжения, то есть, ну, более сложнее химии, более мощные. Я бы этого не хотел, но хочу я этого или нет, это покажет результаты анализов, результаты обследования. Вот. Так что я поставлю, конечно, хэштеги по саркоме и так далее. Я бы очень хотел тоже общаться с людьми, у которых подобное заболевание, как у меня, и не только по саркоме. Может быть, кто-то даст свои советы. Не только в плане, но в плане даже лечения. Потому что, знаете, что наткнулся я здесь как вот на что. К сожалению, некоторые препараты, то есть, ну, вы знаете, как работает химиотерапия, она, да, она основание, основа химиотерапии лечения, но, к сожалению, есть некие побочные действия химиотерапии, которые сказываются на, ну, у всех очень индивидуально, на различных органах, поэтому назначаются дополнительные лекарства. Здесь я столкнулся с тем, что часть моих лекарств, которые мне выписывают врачи, они не входят в перечень бесплатных лекарств. Это правда, это действительно. Вот, то есть там они не входят. И, к сожалению, я должен это приобретать уже самостоятельно. Очень мало лекарств, которые мне назначают, входят даже несмотря, что у меня федерального значения, то есть список лекарств, ну, федерального значения. И в Смоленской области не очень, как бы, хорошее обеспечение лекарственными средствами. Много мне не нашли. Поэтому я вынужден покупать это все, естественно, за дополнительные деньги там и так далее, и так далее. И это не так все дешево. Хорошо, ладно. Попробую обойтись без всяких жалоб и более оптимистично. Но, значит, про лекарства, да. Вот с лекарством как-то вот нужно вот понимать и разобраться. То есть сейчас это сказывается. Если кто-то не знает, и может быть, кто-то ну, не знает полностью мою ситуацию, значит, у меня сейчас первая группа,
Первая группа нерабочая. Я не знаю, скажет это что-нибудь кому-нибудь или нет. Но я думаю, что многие поймут, что такое первая группа и нерабочая. Это раз. Вот. Значит, я к чему это все рассказываю? Если у меня первая нерабочая группа, то есть у тех людей, у которых также первая нерабочая группа, я хотел бы тоже пообщаться по этому поводу, какие там фишки можно там и так далее, и так далее. Я знаю, что там какие-то есть скидки по это. Кстати, вот сейчас вот вопрос о том, что социальное страхование, соцзащита и так далее, и так далее. Тоже отдельная песня, я буду какой-то ролик, наверное, делать. Потому что, скажем так, что у меня получается вот что. Я получаю, конечно, пенсию по первой группе. Составляет она 21 тысячу, около 21 тысячи. 5 тысяч с меня снимают приставы за ЖКХ, за еще что-то, в общем, там пару-тройку долгов каких-то там. Очень старых хвостики оставались, и там намотали такие проценты, что это ужас. Вот. В итоге у меня остается 15 тысяч. А за 15 тысяч я должен там заплатить ЖКХ, там купить лекарства, съездить в Москву и так далее, и так далее. Просто последовательность рассказываю. Может быть, многие этого не знают и не поймут, но я ничего не могу сказать. У меня были люди, которые меня поддержали на моих каких-то этапах, то есть, ну, различных. Я очень благодарен, кто меня поддержал, чтобы я смог приехать в Москву, пройти какое-то вот лечение здесь и так далее, да. Вот. Ну, вернемся. Так вот, 15 тысяч. У меня остается 15 тысяч, которых я должен заплатить за ЖКХ, там, жить и так далее, и так далее. Вот. Сложно, очень сложно. И, к сожалению, вы знаете, к сожалению, что вот у меня по первой группе в соцзащите там должны были какие-то плюшки делать. Ну, то есть скидка, допустим, скидка по 50% по ЖКХ, да? Но мне это не позволяют делать, там, я не получаю никакие ни субсидии, ни скидки по ЖКХ, потому что мои дела находятся у приставов. Вот это вот вопрос к юристам, я очень хочу в этом разобраться. Вопрос к юристам и так далее, и так далее. Пожалуйста, если помогите, может быть, разобрать. Значит, приставы мне все время говорят, я говорю, почему так? Вы списываете с меня, с моей пенсии деньги, да? А вы ну, как бы вы должны это все оплачивать. Меня подают в суд служба ЖКХ, там водоканал, там мусорка, там и так далее, и так далее. Вы должны как-то оплачивать. На что мне приставы отвечают, что в приоритете, кстати, вот, пожалуйста, юристы, адвокаты, ответьте мне, пожалуйста, ну, в комментариях. Они мне пишут, они мне объясняют так, что все вот эти вот. Значит, есть приоритет, то есть кому ты больше должен, значит, туда и идут. Ну как? Ну, слушайте, у меня первая группа инвалидности. Работать я сейчас пока не могу, я нахожусь на лечении. Да и по первой группе она у меня не рабочая. Это сложно будет как-то что-то организовать. Вот, кстати, об этом я попозже расскажу, потому что я буду придумывать какие-то рычаги для того, чтобы как-то зарабатывать дополнительно. Вот, и поэтому мне приставы говорят, все идет от большей суммы. И поэтому вы не рассчитываете на какую-то там приоритетность. Я говорю, ну почему вы не можете мне с моих же денег, с пенсионных, оплатить мне задолженности по газу, по воде там, и так далее, и так далее. Мне эти компании говорят о том, что они получают всего лишь там 5 копеек, 10 копеек. А всем шарлатанам вот этим, которые по срокам давности подали до меня, и я не смог из-за болезни, ну, отстоять свои права, этим шарлатанам вы платите там большую часть денег. С этим придется разобраться. И, кстати, вот мой вопрос к адвокатам и к юристам. Имеют ли право приставы ставить приоритет? Ну, допустим, вот как я ранее сейчас озвучил, да, что вот если от большой суммы, или же это не важно. То есть, если там они должны платить равными долями или как-то. То есть, вот у меня был, я победил, кстати говоря,
человека, вот если вы знаете, или для новых подписчиков, когда я снимался на канале НТВ, я говорил, что на меня там один, ну, по-моему, это немножко такое аферное такое было, был момент, на меня подали, частный предприниматель подал в суд на 530 тысяч. Кстати говоря, можете меня поздравить, я выиграл этот суд. По срокам давности, еще не вернул деньги, и я не знаю, когда это произойдет. То есть меня он взял порядка 42 тысячи. Так вот, о чем я хочу сказать, что приставы снимали, вот, они снимают с меня 5 тысяч с чем-то, и 4 тысячи практически уходило только этому аферисту. Вот представляете, да? А все остальное, то есть ЖКХ, там все остальное, они получали от приставов сущие копейки. Хотя, в общем-то, я мог бы, допустим, с этих денег тоже что-то оплатить. Вот, поэтому субсидии мне не платят, потому что мои дела по ЖКХ находятся у приставов. И, ну, соответственно, приходят счета, и я не справляюсь, с этими оплатами и так далее, Ох, господа, товарищи, друзья, юристы, адвокаты, помогите мне разобрать этот вопрос, как мне отстоять свои права, чтобы как-то можно было как-то, ну, чуть облегчить жизнь в этом отношении. Вот. Это что касается соцзащиты. Это что касается скидок, это что касается первой группы. Так вот, мои друзья, может быть, у кого-то из моих подписчиков тоже есть первая группа, безвременная. Напишите мне, какие вы нашли, например, выходы из положения, как дополнительно можно заработать денег, как можно отстоять свои права в оплате ЖКХ и так далее, Я знаю, много приоритетов есть, но, к сожалению, я ими не пользуюсь. То есть у меня отсутствует... меня лишили санаторно-курортного, то есть, ну, вот знаете, там, по первой группе, там, и по другим тоже есть такое санаторно-курортное лечение, там все остальное. Буквально вот недавно я узнавал, меня лишили этого. То есть, ну все, то есть мне никуда не съездить, нигде не отдохнуть, не подлечиться, ничего. То есть этот пункт для меня закрыт. Потому что как бы по моему заболеванию я якобы не имею права. Почему? Не знаю. Придется выяснить или как-то. Но я, хотя я уже выяснил. И мне сказали, что есть такое вот, ну, распоряжение, что онкобольным мы не предоставляем санаторно-курортный отдых или что-то еще. Пишите, если, может быть, у кому-то удалось где-то когда-то хоть раз в год. Причем деньги снимают за это у меня. Ну, может быть, кому-то удалось побывать по первой группе где-то. Хотя бы, ну, не надо на солнце там или еще что-нибудь. Но хотя бы вот как-то чуть-чуть, ну... поправить свое здоровье после химиотерапии и так далее. Вот. В общем, набралось очень много очень информации. Я то, что остается за кадром, я не хочу озвучивать, то есть как это все это после этих химиотерапий. Многие знают, что это за ситуация и так далее, Но об этом мы поговорим. И мне бы хотелось бы тоже узнать от вас или там какой-то получить небольшой совет о том, как лучше ну, после химиотерапии приводить себя в порядок. Вот, скажем так. Что очень немаловажно. Но сейчас у меня там есть еще вопросы там, к печени, к почкам там, или еще что-то. Ну, в общем, короче говоря, не буду пока это ничего говорить. Ну, вот. Значит, что? Вот. Убийственно то, что еще, как я и говорил, до сих пор присылают мне вот эти вот статьи. Гнусные, противные. Мне очень противно их читать. Еще раз скажу, что каждый, если кто-то нарвался на эти статьи там, и так далее, пожалуйста, пишите мне, я вам все постараюсь рассказать более подробно, как, что произошло, что происходит. Там была программа «На грани» на канале НТВ с моим участием.
Там тоже очень интересная история получилась. Тоже могу подробно рассказать и буду подробно рассказывать об этом. Вот, как пропал канал, и то есть, если они мне обещали, что они как-то будут рядом и поддерживать меня там в каких-то моментах, то сейчас рядом никого практически не осталось. Вот, никого не осталось. И та пресса, которая обо мне там все понаписала и так далее, и так далее, половина там чуши, и никто мне ничего не заплатил. Мои снимки были взяты без моего разрешения, без моего спроса. Кстати, тоже вот если там меня смотрит кто-нибудь из юристов, адвокатов или имеет опыт в этом отношении, как можно отстоять свои права или потребовать какую-то компенсацию, это ужасно, но было бы приятно, если бы, конечно, они написали статьи какие-то, да, и тем самым мне бы как-то помогли, ну, материально, это, для меня это очень важно. Я без работы, и, как я вам сказал, я проживаю сейчас на 15 тысяч всего лишь. Вот, и это было бы приятно, но это хочется обсудить это про СМИ и так далее в следующем ролике, в следующих роликах, но будет время, я постараюсь вам рассказать. Вот. Все, немножко слишком очень большое видео получается. Я не создавал никогда такие видео, но так хочется много рассказать, потому что в частных, ну, то есть мне пишут люди, и вот об этих всех недоразумениях и так далее, хочется, ну, какое-то как-то прояснить ясность там и так далее. Нормально все. Ну, а? Нормально Нормально все, да. Вот, прояснить какую-то ясность, прояснить какие-то детали. Вот, что хочу сказать, если вот, ну сейчас мало уже кто мне пишет, мало, ну вообще не, практически никто не пишет, уже перестали. Ну прошел этот бум, там типа мы с тобой рядом, мы там и так далее, да нет, не рядом. Ну, это было ожидаемо на самом деле. Спасибо, конечно, людям, что мне первоначально написали там со словами поддержки и все такое. Я очень благодарен. Но и не только меня, и финансово не поддержали. Как я уже сказал, я за это тоже очень-очень-очень благодарен. Но за счет этого я мог приехать в Москву, потому что, ну, сами понимаете, я живу сейчас пока ну, пока я живу на Смоленской земле. На своей исторической родине. Вот. Там у меня квартира. Пока без ремонта. Будет силы. Я, наверное, буду своими руками что-то пытаться сделать. Об этом я вам тоже расскажу, покажу. Ну, вот. Что-то я немного там подустал. Все, я всех обнял. Спасибо большое, что нашли силы меня выслушать. Желание. Я буду еще пытаться в дальнейшем выходить как-то на ролики, делать свои какие-то ролики. Ну, естественно, буду рассказывать о том, какой-то своей прошлой жизни там, то есть как о своей работе, где я работал, где я снимался. Ну, а что, пускай это в памяти останется хоть что-то там после меня, хоть небольшие какие-то наброски. Вот, так что мы на связи. Пожалуйста, поддержите меня своими колокольчиками, лайками. Подписывайтесь, я буду с вами общаться и разговаривать. И мне очень-очень интересно с вами держать обратную связь. Очень интересно. Все. Кстати, я там тоже, я в соцсетях. Если вы хотите, можете меня найти в соцсетях. Я есть в Телеграме, актер Николай Зозуля. ВКонтакте Николай Зозуля. Пожалуйста, вы можете писать мне там. Я буду очень рад вас увидеть. Все ссылочки у меня тоже буду прилагать. Если решите поддержать, спасибо вам большое. Заранее благодарю. Всем пока. Берегите, пожалуйста, себя, берегите свое здоровье, следите за своим здоровьем, будьте внимательны к своему организму и всегда старайтесь перепроверять мнение. Знаете, есть такое второе мнение у врачей. Вот если вас убеждают, вот как бы, ну, в общем, попытайтесь
подтверждать свои диагнозы, если у вас какие-то возникли проблемы со здоровьем. Но вот, к сожалению, у меня это не получилось, но у меня получилось, но с большим опозданием. Все, всех обнял. Спасибо вам большое, что меня смогли выслушать. Я докапываюсь, и потом скоро выйду в эфир и что-нибудь с вами пообщаюсь. Спасибо большое. Все ссылочки вы увидите внизу. Пока-пока.